Ребята, всем привет! Вы на канале Хобби Отдых, рубрика «Фотография фотостоки». Оглашаю я свой результат за первую декаду февраля, что было продано на фотостоках. Значит, я немного изменю теперь свои видео. Значит, теперь я буду вам оглашать все так, как и было, то есть также будет идти показ загруженных фотографий, но теперь я не буду оглашать суммы продаж по каждому стоку, а просто-напросто в конце уже оглашу весь список, как в том фильме. Огласите, пожалуйста, весь список операций и другие включения Шурика. Вот, так вот, я внизу в конце сам оглашу вам весь список, сколько было заработано денег. Значит, в этом месяце у меня я купил себе Sennheiser микрофончик. Вот он. Радиомикрофон, значит, отдал за него 250 евро, где-то 250-255, где-то так, если в переводе. Значит, нашел со скидочкой. У нас здесь Швеция, дальше. Далее, значит, в эти выходные я, если у меня будет время, я сделаю типа обзорчика этого микрофона, то есть проверю дистанцию, на которой он берет, ну, посмотрю, как что получится. Вот, тоже выпущу ролик на следующей неделе, скорее всего. Ну, это, конечно, если получится время. Но дальше, значит, загружать осталось в этом месяце мало, так как идет Олимпиада. Вот, поэтому у меня с загрузками не так уж и много, но хотя, когда я сейчас все подсчитывал, подбивал, оказалось, что загружено у меня было 111 фотографий и 3 видео. Значит, вот, давайте сейчас вам покажу, какие фотографии я загрузил. Вот такие фотографии были загружены. Дальше, значит, давайте вернемся к отчету. Я зарегистрировался еще на одном стоке, это Envato. Значит, загрузил туда я, вначале мне дали 5 видео загрузить, после первой приемки мне приняли одно видео, и после этого мне прислали сообщение на мыло, что могу загрузить еще 50, то есть 50 у меня был лимит. А там они делают лимиты понедельно. То есть вначале 5, а потом уже там дальше идет. Значит, после этих 50, когда я им еще отправил 50, у меня приняли еще 3 видео. Из 50 всего 3. Всего у меня сейчас там в портфолио находится 4 видео. Вот, и прислали еще, мне на десяточку подняли. То есть теперь я могу загружать 60 видео. Но это будет уже
Да, на неделе 60, и на следующей неделе тоже 60 будет. У них считается по неделям. С понедельника по понедельник, так скажем. Ну, а теперь давайте, значит, сейчас я вам оглашу список. Огласите весь список, пожалуйста. Значит, Алами, ну, короче, 2020, я как-то им не самое... Ну, не знаю еще конкретно, что-то у меня к нему какая-то апатия такая. Загружаю или не загружаю, непонятно. В общем, непонятно. Сток, ну, посмотрим. Значит, так и пока у меня 11 стоков. То есть, 2020 я не беру и Envato не беру. Значит, 11 стоков. Значит, Alami по нулям ничего не продал, зато продал Canstock Photo. Он находится на 9 месте с одной фотографией. Вот что купили. На 8 месте находится 123RF. 123 продал 3 фотографии. Вот что он продал. Да, почему я сразу так перескочил, всего 11 стоков, а 9 Мосфотос, а Alami не продал, потому что iStock сюда тоже не входит, он 20 числа ежемесячно идет. Далее, на 7 месте депозит, депозит продал 4 фотографии. На 6 месте, вот Envato что-то прислал, Envato Market. О, приняли еще одно видео, спасибо вам большое. Вот, вот еще одно приняли, значит 6 теперь у меня. Ладно, это хорошо, это радует. На 6 месте Bigstock. Bigstock продал 5 фотографий. Вот, посмотрите, несколько фотографий. Пятого места нету, так как сразу же четвертое место занимает два стока. Это Pond5 с продажей одной фотографии и Mosfotos с продажей 3 фотографии. Вот какие фотографии они продали. На третьем месте Dreamstime. Dreamstime продал 6 фотографий. Вот несколько из них. Ну а теперь все. Шаттер второе место со своими продажами. В общем, он продал 51 фотографию и одно видео. Сами знаете, какое сейчас Шаттер не балует сильными расценками. Вот там копеечные. Вот. Ну а в основном там все было продано по десяточке, по 10 центов. Вот. Но у меня уже осталось, короче, мне чуть-чуть меньше сотни, чтобы я зашел на третий уровень. Другие там уже деньги собирают с третьего, четвертого уровня, а я еще пока туда карабкаюсь. Ну, я рассчитываю, если вот так за каждые 10 дней будет по полтиннику он продавать, то как раз к 28, к 1 марта я заскочу на третий. Ну, сильно-то я не верю в это. Примерно, я думаю, числа 5 я туда заскочу марта. Ну, посмотрим.
Ну и первое место это Adobe с продажи 16 фотографий. Вот, посмотрите несколько штук из его продажи. Вот такие фотографии были проданы. Значит, всего я продал 90 фотографий и одно видео. Ну, конечно, на истоке там уже, по-моему, одно видео я продал всего и где-то порядка 60 фотографий. Вот, и так я глянул, сегодня зашел, посмотрел. Вот, и общая сумма составила, слушайте, держите за стул, $32.13. Круто, я за эти 10 дней поднялся. Ну, спасибо Шаттеру своими 10 центами. Вот. Ну, вот как-то так вот. 20 числа. Ой, 21-го. Теперь, значит, сделаю ролик за вторую декаду февраля. И, конечно, там будет Айсток фигурировать со своими расценками. Вот, ну, все, ребята, давайте ставьте лайки, подписываемся на каналчик. Нажимаем на колокольчик, чтобы быть в курсе всех моих событий. Вот. Всем больших продаж и спасибо за просмотр. Всем пока!